Раздавать подарки всегда так приятно, и сегодня эта честь выпала мне. Но перед этим я пообщаюсь с Еленой. Здравствуйте. Добрый день. Елена, расскажите, пожалуйста, о себе. Где вы работаете? Какая у вас профессия? Я налоговый инспектор, а сейчас я дома, воспитываю сыночку. 1 год к нам. А в детстве вы шили себе костюмы? Никогда. Вообще, в школе я ненавидела шить. И сейчас тоже. Какой образ был самым первым? В школу нужно было для сценки сделать кикимору. Ну, с этого все и началось. Взяла обычный мешок, там вырезала, дырки сделала, нашила, заплатки, пуговки всякие. Вот у нас такой вот он и вышел. Заняли мы первое место в школе. Елена, а есть такие идеи, которые хотелось бы воплотить? Да, мы очень-очень с дочкой хотим сделать елку, чтобы она у нас была высокая, яркая, огромными синими шарами. Вся такая, чтобы она была яркая-яркая-яркая. Елена, сегодня у вас есть уникальная возможность поздравить ангарчан с наступающим Новым годом. Воспользуйтесь ей. Желаю всем-всем-всем счастья, улыбок, здоровья, выигрывать в конкурсах, а главное – смотреть новый день. Друзья, участвуйте в наших конкурсах и выигрывайте. Берите пример с Еленой Милентьевой. А я с большим удовольствием, Елена, поздравляю вас с этой победой. Вручаю вам вот такой диплом. Пожалуйста. Спасибо большое. Календарь телекомпании «Актис». И вот такую игрушку. Спасибо. Пейте чай, помните про нас. Спасибо большое.